Негативный отзыв о криптовалютах опубликовал польский блогер Марчин Дубіел, получив за это 500 000 просмотров и 30 тысяч долларов от Центрального банка Польши и Управления финансового надзора, сообщает портал CryptoOnNews со ссылкой на TrustNotes. Видео называется «Я потерял все деньги». В нем идет речь о том, что криптовалюта – это очень быстрый способ обогащения, а затем показывается, как Марчин пришел с девушкой в ресторан, не смог заплатить, так как не принимает биткоин, только фиатные деньги, и свидание провалилось. А потом показывается график с крахом курса и ссылка на сайт польского регулятора, где размещается статья о том, что криптовалюты – это рисковые и никем не обеспеченные электронные деньги. Центральный банк Польши, сообщается на портале, признал проведение определенной кампании по виртуальным валютам.